первый тур сам по себе так, он сложный. Игра без болельщиков, мы просто привыкли здесь и гордились, я особенно гордился, я очень много, поэтому что мы играли с болельщиками, когда весь мир играл без болельщиков. К сожалению, сегодня мы играем на пустом стадионе, и это вообще кошмар. Первая игра, сначала, просто играем, агрессивно, все вместе, ребят. Степанов. Атака. Пас и гол! Не могу сказать, что к этому все шло, но Арсенал очень неплохо вскрывал Локомотив в эти 20 минут. Опасно! И не забивает. Крыховяка не было положения вне игры. Вот сейчас идеальный шанс был у Локомотива быстренько в игру вернуться и счет сравнять. Бьет Ребус. Мурила. Удар. Вот на сей раз уже в створ ворот бьет Мурила. Желтая карточка сейчас будет Соколу, потому что срыв потенциально опасной атаки. Все полевые игроки сейчас на половине поля Арсенала. Подача через голову Новосельцева. Мяч перелетел. Лисакович. Удар. И какое спасение Шамова. Вот это моментище. Мягкий наброс. И штанга еще и не везет. Глубоко уже сидит Арсенал у своих ворот. Удар Смолова в ближний угол. На месте Шамов. Смольников. Все было чисто. Упал Смольников сам, по мнению Панина, а Сокол сейчас удалится. Ох, это вторая желтая карточка. И... Подача Смолова, Мурила. И мяч в игре, мяч в игре. И 1-1 сравнивает счет. Локомотив забивает Жамалетдинов. Все в шоке, не понимают, что произошло. Подача и 2-1. Жамалетдинов забивает. Одного оставили игроки Арсенала, Рифата Жамалетдинова. И вот еще момент. Смолов. Удар. 3-1. Это приговор. Но вот так все быстро поменялось. За 8 минут.